Хорошего. Не понимаю, как так вышло. Надо был фон вырубить. Я должен был доставить ее к цикадам и уйти. Но когда проходишь с кем-то полстраны... Она хотела, чтобы я иммунитет что-то значил. Может, я купился на эту идею найти лекарство? А может, просто хотел помочь ей? И мы добрались. Мы нашли цикад. С ее помощью они и правда собирались сделать лекарство. Вот только она бы погибла. Господи. Доктор! Ну это вам пересказывают, поняли? Для тех, кто не играл в первую часть. Я не дам ее забрать. Это наше будущее. Подумай, сколько жизней мы спасем. У этого не было, алло. Это было за кадром, кстати. Черт возьми, Джоэл. И что же ты? Я всех убил нахуй. Я ее спас. Ну или так. Тоже верно. Не напиздел же. Пошли, детка. Держу. Держу. Перекрыть выходы! Тебе не уйти. О, черт. Да. А E3 я играл, проходил. Это... Серьезно. Что ты сказал, Элли? Я напиздел чуток. Я сказал, они провели тесты. Я сказал, иммунитет ничего не значит. И она поверила. Вы представляете всю охуенность этой игры, блять, вообще? Она ничего не ответила. Пора возвращаться. Я из-за этой игры первой части купил себе PlayStation 4, чтобы в нее поиграть. Из-за нее. И тут, блядь, спустя сколько знает, блядь, лет вышла вторая часть, наконец. Я, блядь, так визжал, я трусы свои обосрал, когда увидел, как ее представили вообще на E3, по-моему. Или... Нет, соп, E3, чего? Где-то, короче, ее представили, не помню где. 7 лет, блядь, прошло, 7. О, помните этот гараж, чуваки? Сейчас дадут поуправлять. О, графло, я ебу, блядь. Но единственное, что мне не нравится, это вот это вот. Охуеть, мне хочется все поизучать. Раз на лошади дали поскакать. Вот для этого теперь донаты вырублю. Сейчас нас ждет пиздатый, блять. Я надеюсь, что тебя ждет пиздатый гейский секс с твоим отцом, блять, или отчимом, ебло ебучее, блять. Так, пацаны, донаты все вырубаю, нахуй. Так, все, больше вас не потревожит донаты, так что вот.
Так, ну что я могу сказать? Вот первое мнение. Ну, на трейлерах выглядело намного пизже, но, наверное, блядь, на трейлерах и на Соньку пятую показывали, да, геймплеи. А же вот, блядь, ну, например, вот деревья, да, вот эти, какие-то они обоссанные немножко, да? Правильно я понимаю? Правильно. Во, вебка, да? Что вебка? Моя вебка, да? Она прозрачная специально, чтобы вам атмосферу не портить, и я был одновременно. Это так тоже охуенно, я не спорю, да. Ну, типа, мне хочется на пятый в это поиграть. Я обязательно поиграю на пятый и скажу, что как. Потому что, когда ремастер сделали, игра, блядь, еще лучше выглядела. И у вас, кстати, насыщенность не такая крутая, как у меня. У меня на экране другая немножко насыщенность. Я попробую вам сейчас фильтр, коррекцию цвета сделать. Во, теперь похоже на мой экран. Нормально? Во, один в один теперь. У вас просто на Твиче еще и режет это самое, цвет. Поэтому приходится его выставлять вручную. У меня тоже так больше нравится. Я контрастность поправил чуть-чуть. Так пизже. Кайф, бля, ребят, я просто в ахуе. Как стильно сделаны вот эти вот... Вот эти тексты справа выплывают. Охуеть можно. О, Госсуд Тушимовых... Наконец-то. Круто вообще, пиздец. Пизду нахуй. Галопом лошадь. О, охуеть! Городочек! Конец первой части здесь вот заканчивается, первая часть. Крутяк, давай, чел. Бля, интересно, я... Молодец. В саундтреке, блядь, сори, пацаны, сейчас... Я, блядь, тут это немножко с субтитрами перегнул. Фон надо выключить. Уёбищно очень выглядит. Вот так пизже. Так стильно будет. Спасибо, скажете. Фон ублюдский какой-то очень. Слушайте, ну все соки из Соньки вытащили точно этой игрой. Это что, игра в 30 FPS, если что. У вас не битрейтит, просто я могу стрим перезапустить, на процессор поставить обработку, потому что битрейт урезан. Если норм, то смысла нет перезапускать, только народ растеряем. Битрейтит, потому что из-за травы может кубики появляться на траве. Сейчас 5 секунд тогда дайте мне, я тогда перезапущусь, вам просто F5 нужно будет нажать и все. Или не надо? Ну думайте сами, решайте, пока я тут. Ну давайте, ладно, посмотрим. Хотя нет, что смотреть. Давайте заранее, так, чтобы это не было потом приколов. А хотя похуй. Похую. Гоу играть, блядь. Все пришли играть, все. Давайте голосование устройте пока что. Я постою. Опрос ебаните, да, там все смогут голосовать. Ой, чел, как ты не прав. Вот на этой игре онлайн не растеряется вообще. Для тех, кто первый раз на моем канале, советую Фоунса, потому что все релизы на Соньку, эксклюзивы, я всегда прохожу. Абсолютно всегда. Но только самые интересные AAA проекты. Ожидаемые. Так, ну-ка смотрим.
Голосуйте, короче. Перезапуск это сейчас 5 секунд. Перезапущу в нормальном качестве. Получше будет чуть-чуть. Ну ладно, большинство за норм, значит, похуй. Все, погнали. Horizon 2, блядь, железно будет, чел. Конечно, будет на моем канале. Ты еще, блядь, я фанат Horizon 1. Я, блядь, тушь трусы. Спайдермен еще будет. Мне вот интересно пробежать. Можно я это самое немножечко позанимаюсь хуйней? Просмотрю все тут вокруг. Чтобы не сразу, блядь, идти. Эй, я сижу сейчас в мониторе. Я думаю, с HDR-ом такая охуенная штука будет вообще. У кого Сонька про с HDR телеком, блядь, имба. Там такой цвет насыщенный. Так, меня управление забрали. Охуеть, я даже не заметил, что это в катсцену перешло плавно. Пойдем. Давай, я их отведу. Ты иди. Точно? Да. Ладно. Это не видос. Это в игре так построено, прикиньте. Касаемо того, о чем мы говорили. Пиздец. Наверное, я поступил бы так же. Обещаю, я никому не расскажу. Спасибо за подписку, дядь. Тут сепия есть, или как эта хуйня называется? Знаете, когда вот это вот пиксели такие, шум, короче. Вот как его убрать, не понимаю. Я ненавижу шумку. Привет. Музыку узнали? Боже. Зачем так пугать? Я стучался, но... Ну? Что? Что такое, Джоэл? Просто зашел. Не знаю, вы орете уродка, блядь. По-моему, люди... красивая девочка до сих пор. Вы чё, блядь? Знаешь, только все и говорят, какая ты классная. И как здорово ты им помогаешь. Но она еще не взрослая тут. Хорошо. Ага. Подросток. Мы с Томми недавно выбирались прокатиться, и он... Он рассказал мне шутку, я хотел рассказать тебе. А, черт, забыл я. А... Что-то про часы. Как же там... Джоэл, уже, ну, поздно, мне вставать через пару да, часов. Да, да, я понимаю. Я сейчас оставлю тебя в покое. Только покажу кое-что. Подожди секунду. Что это? Ну, некоторые называют эту штуку бревном. Смешно. Про мамку твою. Ой, извините, все молчу. Сыграть тебе? Давай. Хорошо. Обещай мне, что не будешь смеяться.
Я не буду. Не буду. Я тебе верю. Давай, Пинки. Чё? Ебать, вот это я сыграл. Кэш. Так уж и плохо. Ну уж как умею. Она твоя. Нет. Нет, нет, нет. Я же не знаю, как на ней играть. Я же обещал, что научу тебя играть. Обещал. Ну так что, завтра начнем? Ладно. 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 Ты вспомнил ту шутку? Почему от скуки хочется разбить часы? Чтобы убить время. Глупость какая. Ага. Спи, малышка. Дождался, блядь. Сейчас поиграть дадут. Или нет? Пиздец. Птица на лицо насрали. Чё у неё с лицом? Чёрт. Джесси. Привет. Прости, я проспала. Дай мне минутку, я оденусь. У тебя после моего ухода та ещё ночка была. Блядь, сам Кодзима снялся, я ебу. Она... поцеловала меня. Просто Дина такая Дина. Это ничего не значит. Я вообще-то о твоей ссоре с Сетом. Ты целовалась с Диной? О. Я думала, мы что... Мы с ней неделю как расстались, а ты к ней лезешь? Нет. Она, наверное, хотела, чтобы ты ревновал. Я бы не...
Ох, черт, как... Я ебу, блядь. Да я прикалываюсь. Мне все равно. Одевайся. Ты ужасен. Ужасно то, что ты сделал. И собирайся, мы опаздываем. Да-да, акул. Нормально. Блядь, нихуя себе. Ребята, она соска, она прекрасна, алло. Она, правда, похожа на Питера Паркера, блядь, из Спайдермена, который выходил недавно, но она прекрасна. Че вы на нее пиздите, что она уродка? Вы че, конченые? А еще... Мне не понравилось то, что вы пиздите, что он с акцентом спел. Конечно, он должен с акцентом пиздеть. Игра-то на русском локализована, соответственно, должно происходить так, что он поет песню не на своем языке. Вот и все. В этом и суть. Поэтому это правильно, что он с акцентом был, чтобы передать атмосферу. Логично. Да я не знаю, пацаны тут срут, что-то сидят. О! Третья Сонька. А что тут за игры? Brave Limit. Какие-то гейт. Что за... Не знаю, прикольно, прикольно. У нее плойка есть, охуеть, прикол. Лошадки, вон друзья. Какой-то это чел, я что-то его не помню вообще. Ножик. Ага. Я все, смотрю, вы не это, не обижайтесь. Видели? А, это рисованная херь какая-то. Ща, я все посмотрю сначала. Странно, что нельзя с зеркалом повзаимодействовать. Ладно, накинем курточку. Ладно. Дефолт. Мы же в Москве живем, блядь, надо в ствол взять. А, да. Чё, ничего, блядь, сейчас это... На Ленинском проспекте постреляем, блядь. Так, что это? Ножичек забираем. Джоэл уже встал? К северу отсюда видели зараженных. Мария отправила его из доме на разведку. Отстой. Да, отстали, наверное, совсем мало. Ну, точно меньше, чем ты. Молчи. Я собиралась вставать. В курсе, что на Ленинском там чел какой-то Правда. Выскочил и стрелять начал? Ты все взяла? Да. Сначала говорили, что это таксист, потом оказалось, что это не таксист. Так, пацаны, это та игра, где я буду ходить туда, куда мне не нужно, чтобы смотреть, мало ли какую-нибудь приколюху найду. Сори, у меня вот такое прохождение будет. Я обычно игры быстро скипаю за сюжета, но не эту. Короче, с утра все разговоры о тебе. Да похуй на тебя, ой, бой. Что? Я же все правильно понял. Ты целовалась с Диной. Она со мной. Дина, блядь. Из-за чего Сет назвал тебя нехорошим словом? Ага. Потом Джоэл ему врезал. Просто толкнул. И ты наорала на Джоэла. Вот этого я не понял. Вчера был странный вечер. Ух ты! Прикол, у них своя экоферма. Тут помидоры, блядь, это дяди Вани продают. Кайф. Это прям, знаете, меня флешбэкнуло «Входящие мертвецы», в какой сезон, где они в городок пришли. Крутяк вообще, бля, атмосферно, я ебу. Будьте осторожны. Как всегда. Кто? Сейчас сюда схожу. А, там какие-то уёбки, слышите? А если к ним подойти, что будет? Не, ну скажите спасибо, что Элли вот как это чмо с граблями не выглядит. Мария хочет поговорить. Где она? В столовке. Это из-за Сета?
Не знаю. Пора, ни в каком... Скажи, ты меня не видел. И утром только об этом и говорил. Я ты помню, мне вообще друг или как? Такая. Лови что момент. С подростками все уже совершенно по-другому. Да, мне говорили. Она такая ёбнутая, она меня палит, типа, что-то хочет сказать, но молчит. Привет. Кому? Пиздец. Ой, это халтура, алло. Это называется халтура, алло, Naughty Dog. Это мы... Не, ну ладно, скинем на то, что это сестра-близнец. Прям один в один. Кажется, трое. Hi, guys. И два малыша. Ух ты. Чаевничают, смотрите, чайник стоит крутой. Это хорошо, что тут есть медведи. И термос. Бедный, он так заебался, он даже не говорит, мы опаздываем. Ему все равно, потому что он знает, что я буду все изучать, все смотреть. А, он 100%... А, мы лесбиянка, да. Нет, тогда не 100%. Слушай, но... Ты не в обиде, да? На тебя? Да брось. Охуеть! Мы с Диной все. Это прям как из... Я знаю, ты... Блядь, бля, бля, ща. Как же этот сериал назывался, который я смотрел? Про роботов. Просто не подумай. Элли. Мир не в обиде. Дикого Запада, во. Честно. А это банк, короче, где... с проститутками, вот это, ну, не проституточная, там, где бар, оттуда в банк выносили. Пиздец. Охуеть, столько людей, живут дети какие-то, ну-ка. Ты, блядь, пес охуевший. Мы думаем выдвигаться рановато. Привет, дети! Лев Алекс из Мадагаскара. Разлегся. Шницель купается. Песик. Ну-ка, песика сейчас поглажу. Ебать, иди сюда. Привет, старичок. Старичок, лесовичок. Давай почешу. Прикольно, блять, вообще, я ебу. Так все сделано. Этого не было в первой части. В первой части было скучно, пиздец, а тут люди живые. Которые что-то болтают. А чем они расплачиваются? Он же что-то продает, логично. Думает, покупать или нет. О, привет, Элли. Здрасте. Откуда, блядь, еще третья такая же? Какой ужас. Почему персонажи одинаковые? Привет, Джесси. О, привет. Я Элли. Будем читать, пока что я тебя одолжил. Но на следующей неделе рассчитаемся. Конечно. Спасибо, Дом. Ладно, иди, мне надо работать. Наркоман. Закладки, блядь. Все понятно с ними. Его мать. Ну что? Ебемся. Я не буду скипать 18+, это ингейм контент. Не буду. Нет. Где Мария? Вон та. О! Бухаем! Хорошо провел башка, гудит. Я? Но кажется, что? Мне уже ничто не поможет. Может быть, повторим? Давай. Хорошо. Блин. Классно. Извините. Элли? Подойди сюда. Ой, мефедронщица какая-то. Кто это? Это сестра, что ли, этого? Сет хочет тебе кое-что сказать. Брата я Джоэла? Я не хочу слушать этого шовиниста. Выслушай. Или жена, что ли, блядь? Прошу. Ладно. Не помню, забыл. Сет, подойди. Вот срань. Еще он старый Элли. Слушай, вчера... Я выпил лишнего. Ничего. Я хочу сказать прости. На кого он похож? Вы идете в патруль. Пиздец, я не знаю, на кого лицо знакомое. Я сделал вам сэндвичи. Ладно. С говядиной. С
Спасибо, Сет. Я думал, это вообще типа... Гаш какой-нибудь, слышите? Будьте осторожны. Свернул так. Типа, бля, раскуривайтесь, на полгода хватит. Что тут у тебя? Шовинистская еда. Пахнет вкусно. Забирай. Не будешь? Бери. Иди прогуляйся. Ну ладно. Так, иди прогуляйся. Значит, я иду туда. Не понял. А! Карточка, блядь. Чур моё. Всё? Пиздим. Тут же взаимодействие будет, по-моему, насколько я помню. Блять, какая игра классная. Я балдею, ребят. Правда, я не балдею с того, что... С того, что здесь уже этот... Эта баба ёбнутая, типа, уже шестой раз встречается. Ну, а так все прикольно. Ладно, просто это рассчитано на то, что ты будешь ходить, а я... Я хочу, чтобы ты подменил Томми и Джоэла. Ребятам давно нужна передышка. Где мне их искать? В опорном пункте на северо-западе. Они будут там к вечеру. Будь начеку. Зараженные стали попадаться слишком часто. Ладно. Я хотел осмотреть тропы у ручья. Надо кому-то это поручить. Эй, Элли. Ага. Чё за кассеты? Слышу, ёбок. Не, я знаю, с чем кассеты, сынок, блядь. Педофил сраный. Знаешь тропы у ручья? Не знаю. Годовасик, Личинус! Вот пусть вдвоем и схватит. Личинус, смотрите! Значит, решено. Да, я буду это проходить и завтра. Белочка, тихо, Белочка. Белочка побежала. Ать. Она куда-то побежала. Так, все, нормально. Значит, животные подсказывают. Как я понял только что. Там какая-то приколюха внутри, типа, это здание какое-то. Можно, наверное, подглядеть, что он делает. А что он показывает? Детский садик, видимо. Да, зайти нельзя. Элли, можно тебя на секунду? Что ты хочешь? Чего? Я не знаю, чем тебя мог обидеть Джоэл. Мария. Ты ему очень дорога. Я уверена, он не нарочно. Все в норме. Да? Да. Ладно. У меня месячные просто. Что ж, прости, что лезу. Береги себя. Спасибо. Спасибо, Андрей Малахов. Эй, Дина, дела ждут. Подожди минутку. Проводи свою подружку к конюшне, пожалуйста. Боже мой. Дина! У тебя есть минутка? Ребят! Элли сейчас очень сильно похожа на... На сестру, короче, старшую. У кого старшая сестра есть, бля, вот прям один в один поведение. Либо младшая, но там разница год-два. Привет. Я хотела извиниться за то, что вчера сбежала. Такая как будто вечно недовольная, ну, бла-бла-бла. Закрытая. Мне самой совестно. Почему? О, Господь, что это с ней? Же я тебя подставила. Взяла и зачем-то поцеловала тебя на глазах у всех. Ты напилась, бывает. Все равно, ты просто не думай. Да, я поняла, это так, прикол. Знаешь, что я в тебе люблю? Ты меня никогда не перебиваешь. Ладно, нам, наверное, уже пора ехать. Да. Ай, вы охренели? Я вообще не играю! Потому что трусишь! А, прикиньте, снежок кинул. На дерево. Снежок, блядь. Да, давай. И в кого, самое главное? Ну, держитесь! Мы вас уроем, гаденыши! Офигеть! Прячься! Быстрей, быстрей! О, сука, пизда тебе, блядь. О, уебал, да? Мы вас уделаем, сосунки! О, сука, я тебя, блядь, сейчас... Ой, ну,
Отсоси! На, блядь! На тебе! Отсоси! В смысле, отсоси, блядь. Ох, какой же я потный, мать твою. О, блядь! Да пиздец, вы чё, ёбнутые? Дети ебучие, блядь. Да пиздец, он что, арта? Ёбаный, блядь, чебурек. На, блядь. Сука, сейчас ты у меня на тебе отыграешь, понял, блядь, лох. На тебе вхарю! Лучше прячься! На, ебать! Жри снег! Чё, сука, не нравится? Родители тебя не любят! Я тебе потом отомщу, Алекс! Получите! Эй! Нравится? Лови её! Вам это с рук не сойдёт! Ух, блядь, соскочила я. Дина, Дина, да ее можно тут оставить? Она мне не нравится, блядь, вообще. Неприятный персонаж. Просто меня бесит, блядь. О, блядь, на нахуй. Ладно. Все, хорош. У нас вообще-то дела есть. Вот. Сама напросилась, да? Ага. Пошли. Мадина, куда ты идешь? В общем, Джесси поручил нам тропы у ручья, а он подменит Джоэла и Томми. О. Мило, что он не, ну попан по-попчански нормальный, а кстати, я да, я уверен, что. Доброе утро. Hi, dude. Доброе утро. Чё пьешь? О, Лил Нас, охуеть, пиздец. Ой, oh, take my horse to the old town road. Спасибо. Опа, пятая, блядь. Пятая такая же человек. Коровки. Кошмар, он типа лошади и ковыряется зачем-то под ногтями. Что делаете? У коровы нет других забот. И траву, и молоко дает. Ну и чё ты встала? Хоть скажи чё-нибудь. Ну ладно. Так, ты кто? Вот умница. Смотри, кто пришел. Блядь. Спасибо. Какой же он мерзкий. Пойдем. Пошли. Он похож на педофила какого-то. Честно. И... Короче, для тех, кто только пришел, фоловьтесь, проходите игру, буду до конца. А-а-а. За сегодня смотрите, мы ее не отхуячим. Да, да, да. Одно тебе. И одно тебе. Открывайте! Успокоились, детки? Слушайте, вы все знаете. Идете по маршруту, отмечаете в журналах, убиваете зараженных. Если не можете с чем-то справиться, возвращайтесь. Я гей. Будьте разумны. Ну ладно. Пошли. Да, это чел из Токийского дрифта, чуваки, один в один лицо. Это Хан.
напердел. Я задыхаюсь, помогите. У меня астма.